В эфире iNews, в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. В сети всплыла новая порция слухов о следующем флагмане компании Samsung – смартфоне Galaxy S8 Edge. Утечка произошла в китайской сети микроблогов Weibo, это аналог Твиттера. Согласно данным, новый флагман Samsung получит дисплей с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 4К. Видимо, четкость увеличивают для удобства использования смартфона при его подключении к фирменным очкам виртуальной реальности Gear VR, где нужна сверхчеткая картинка для комфортного потребления контента, ведь смартфон в данном случае располагается прямо перед глазами. Также, что касается дисплея, сообщается, что он займет еще больше поверхности лицевой части смартфона, что не может не радовать. Пропорции флагманов Samsung и сейчас близки к идеальным, а теперь, по всей видимости, девайсы станут еще компактнее. Далее о внутренностях. Ожидается, что Galaxy S8 Edge получится фирменный самсунговский процессор Exynos 8895 или Snapdragon 830, в зависимости от версии, а также от 6 до 8 гигабайт оперативной памяти. Примечательно, что источник назвал даже дату анонса гаджета – 26 февраля. Однако не исключено, что презентация может состояться и позже. Ранее мы сообщали, что Samsung на 2 недели заморозил разработку Galaxy S8, чтобы до конца разобраться в причинах возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Российские разработчики представили фитнес-трекер для собак. Очень часто домашние питомцы страдают от избыточного веса, кормят животных исправно, а вот погулять или же поиграть с шариком у хозяев не всегда есть время. Новый гаджет должен помочь хозяевам исправить ситуацию. Водонепроницаемый ошейник оснащен 3G-модулем, акселерометром и чипом GPS. Трекер считывает количество пройденных шагов собакой и начисляет ей баллы. Активность питомца за день хозяин может узнать при помощи приложения компаньона для смартфона. Есть версии для Android и для iOS. Причем связаться с ошейником можно в любое время, так как для синхронизации используются сотовые сети, а не Bluetooth. В приложении составляется индивидуальная спортивная программа, учитывается порода, возраст собаки, а также ее вес. Владельцу будут даны рекомендации не только по активности питомца, но и по его питанию. Заряжается собачий трекер при помощи беспроводной зарядки. Разработчики обещают, что сидеть у розетки владельцам не придется. Обычному сценарию работы батарейки будет хватать примерно 4-5 дней. Но у пользователя будет возможность настраивать самостоятельно срок службы батарейки в зависимости от того, как часто он захочет получать информацию о своем питомце на мобильный телефон. Еще одной полезной функцией ошейника, вытекающей из его спортивности, стала возможность отследить собаку, если та потерялась. Здесь поможет встроенный GPS-трекер. В данный момент ошейник проходит финальное тестирование, после чего уже стартует продажа. В завершение выпуска наша рубрика «Видео». Сколько нужно дронов, чтобы закрутить лампочку? Этим вопросом задался пользователь YouTube Марик Багзинский. Молодой человек, у которого, по всей видимости, много свободного времени, решил сделать из своего беспилотника домашнего помощника. Марику удалось заставить свой квадрокоптер выкрутить из патрона старую лампочку и вкрутить туда новую. Конечно же, дрон делает это не самостоятельно, а под управлением владельца. Но стоит отметить, что все равно соблюсти подобную точность непросто. К слову, получить удачный результат энтузиасту удалось после многочисленных проб и ошибок. Было разбито 9 лампочек, и также во время одной из попыток серьезно пострадал квадрокоптер. Позже Марик выложил и видео неудачных попыток. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.